Так, отлично. Вот, супер. О, здесь 13 участников. Классно. Не то, что этот Инстаграм. Сейчас у него выходишь, вообще никого нет. Просто ну, 5-10 человек это вот за весь час набирается. О, первый вопрос у меня есть. Привет, Нелли. Как понять, делать или не делать то, что просят? В каких случаях нужно отстаивать свои границы? Ну, тут очевидно, если тебе хочется помочь, тебе нравится, конечно, делаем. Нам вообще нужно всегда обмениваться информацией, полезными делами, помогать друг другу. Это нормально, это хорошо, нам всегда это прощается. Вот, но без ущерба своему времени, естественно, без ущерба себе. Если мы не хотим это делать, там, у нас нет времени, нам не хочется этому человеку помогать, у нас там нет денег, он просит, вообще занимать не надо. То есть, ну, тут очевидно, просто вы на свое чутье. То есть я, например, готова всем помочь, знакомым и незнакомым. Даже если я чувствую, что у меня нет времени, такой маленький ущерб себе, но мне хочется. Я это делаю с радостью. И после того, как вы, вернее, во время того, как вы помогаете, если вы начинаете жалеть свое время, если вы начинаете жалеть свои деньги, то, конечно, это пойдет не во благо ни вам, ни тем людям, с которыми вы будете там взаимодействовать. Вот. А если вам все равно на потерю времени, потому что это мозг может, да, рисовать картинки, что вы время потеряли, вы сделали добрые дела, и от этого, ну, ваша душа радуется, поет. Поэтому отставим границы только когда чувствуете внутреннее сопротивление. Типа, блин, а почему я в ущерб себе должен куда-то ехать, если я там любимой пообещал пойти там в кино, мы так хотели, а тут соседи просят вещи перевезти. Ну, не могу я в ущерб себе, да, мне жена дороже, я не хочу сейчас это делать. В другое время, да, может быть. Как проработать род или отношения с родителями? Посмотрите, я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, посмотрите мое прошлое видео, работа с родом. И мы сейчас вот прям не буду отвечать. Вы все поймете мое отношение к работе с родом. Вот. А вот по поводу отношения с родителями, здесь как с любыми остальными проблемами. Мы выписываем, что мне транслируют мои предки, там, люди, которые меня окружают. Неважно, родители, это дети, соседи. Что мне такого там не нравится? Я выписываю и нахожу в этом ресурсы, свои таланты, все, что мне не нравится, все, что меня бесит, все, что меня раздражает, все, что я считаю недостатком у других людей, это то, что мне не достает этих чувств, понять, что это за чувство, понять, что это за действие, да, и использовать эти действия тоже. То есть люди транслируют нам то, что мы игнорируем, то, что мы не понимаем, чтобы мы это поняли и использовали на благо. Ну, например, родители все время их критикуют, значит, нам не хватает критики. То есть критика – это неплохо и нехорошо. Ее можно использовать как в плохую сторону, так и в хорошую. Но сама по себе, допустим, критика, она нейтральна. Что это за чувство такое? Это чувство, когда я вижу какие-то моменты, которые меня раздражают, да, моменты, которые неприемлемы в моей жизни, в моем поведении, в моем окружении. Я критикую то, с чем не согласна. Это значит, что это чувство помогает выискивать такие моменты, которые нужно для себя разобрать. То есть мы можем критику использовать как инструмент, найти критические моменты в себе, например, в своей жизни, и исправить их. То есть мы, получается, не исправляем те моменты, которые нужно исправлять, да? А критика нам помогает их просто увидеть. Это просто то чувство, которое обращает внимание на какие-то недостатки, которые нужно сделать достатком, ресурсом, да, и использовать. Точно так же, что там еще родители могут транслировать? Можете конкретно написать там, что не нравится.
Чувство вины надо отдельно поработать. Чувство стыда. Что еще с родителями там? Понять, что вина – это самонаказание за то, что мы где-то дали над собой там поиздеваться, и мы себя не можем простить. А мозг перекладывает эту вину, и мы начинаем других там, допустим, винить. Но чувство любое, которое мы испытываем по отношению к другим людям, это всегда к себе. Вот. Но мы никогда на это не смотрим с этой стороны. Какой-то ремонт там, я не знаю, как хорошо мне слышно или нет. А где будет эфир? Он уже идет вот здесь, прямо сейчас. Ребята, вы чего? Все эфир слушают, видят меня, скажите, пожалуйста. Поднимите руку, можно кого-нибудь в эфир? Или напишите. Екатерина, мы тут в эфире уже. То есть вы пишете в комментариях. А подскажите, пожалуйста, что мне нужно сказать людям, которые просто читают мой пост в комментариях, куда им нужно нажать, чтобы увидеть эфир? Я просто не понимаю, немножко я в первый раз тут сейчас это веду, даже не знаю, как подсказать, как у вас это выглядит. Наверное, где-то значок какой-то должен быть. Короче, напишите, пожалуйста. Я пытаюсь объяснить человеку на эфире, как ему найти эфир, если он его не видит. Блин, логика где? Напишите, пожалуйста, в чате этому человеку, куда нажать, что смотреть. Вот, а то он вопрос задал, я такая классная ответила, а тут раз, и он вообще не в эфире. Почему мир всегда делает проверки? Это не мир делает проверки, а это вы сами себе делаете проверку, чтобы закрепить пройденный материал. То есть мы все время какой-то опыт получаем, развиваемся этим самым. Каждая ошибка – это опыт. Это неплохо, это нехорошо. Чем больше ошибок, тем больше вы развиты. Чем больше ошибок, тем больше опыта, больше знаний, больше понимания, больше мастерства в любом деле. Не бойтесь делать ошибок. Это не проверки, это мы так учимся. Как только что-то решила, начинается, то заболею. Ну, если я заболею, это значит, я оттягиваю сделать то, что я решила. То есть болезнь просто вас уводит в ничего не делание, да, как хорошую отмазку. В психосоматике болезни обычно делится первое, это какие-то там триггеры срабатывают, а второе, нам банально нужен отдых, либо оттянуть момент, да, когда мы должны начать действовать. Да, это не совпадение. Вот вы заболели, вам нужно понять, чего вы боитесь, если вы начнете действовать? И сразу у вас возникают вопросы, ответы такие, например, я боюсь, я не знаю, как действовать. А вдруг я что-то сделаю не так? А я не знаю, как сделать первый шаг. А вдруг этот первый шаг только еще усугубит ситуацию? А если я буду действовать, мне там не хватит времени, мне не хватит денег, там, мне не хватит ресурсов, мне не хватит сил. То есть вы вот это все выписываете, это есть шаблоны, да, с которыми надо поработать. И вы начинаете с этими шаблонами работать путем рассуждения. То есть спрашиваете себя, а с чего я взяла, что у меня не хватит сил? Если у меня есть желание, значит, у меня есть все ресурсы и силы на это. Просто надо начать и увидеть. Сидеть, придумывать, что будут силы или не будут, будут ресурсы или не будут, пока вы не начали, это бессмысленно. И вы всегда говорите своему уму, что, блин, я – это не ум, я тебя слушать не собираюсь. То есть ум – это просто анализ данных того опыта, который вы нажили в этой жизни. Вот. Но вы нечто большее, чем этот ум. Это не интерфейс. Вы, как можно сказать, интерфейс у Windows, у операционной системы любой есть интерфейс понятный, да, переводчик.
Иум — это просто переводчик, вот, и он там переводит всегда какую-то чушь, не надо его слушать. Слушайте свое внутреннее и рассуждайте, да. Говорите уму, нахрена я вот сейчас придумываю, что у меня что-то не получится. Я же еще не попробовал, я же еще не знаю, с чего я решил, что у меня получится плохо. Нету плохо и нету хорошо. Будет в любом случае какой-то результат, будет опыт, будет мастерство наращиваться. И с каждым разом все лучше и лучше. Нету такого на свете человека, который бы родился, начал лечить зубы, стал сразу на следующий день после родов классным хирургом, бегуном, олимпийским призером, поваром. Там, сразу после утробы матери начал ходить или что-то делать. Нет, он все время наращивает свое мастерство. Так с чего мы изначально, взрослые люди уже, ну, взрослые, да, уже не дети, умеем анализировать, думать, не думаем, а слушаем ум. То есть надо всегда рассуждать, чего я боюсь, вот когда вы заболели, да, мы к болезни здесь перешли, чего я боюсь делать, что я уложил себя в кровать и оттягиваю вот это вот путешествие в какие-то свои дела и действия. Вот что я боюсь. Там страхов миллион. Страхов осуждения, страха осудить саму себя, то есть даже вовне мы никого там не боимся, осудить себя за то, что я попробовал, а сделал как-то стрёмно. Но у нас всегда поначалу будет стрёмно, что бы мы ни делали в первый раз. Ну, это наша такая оценка. Но вы должны себя похвалить за этот шаг, ну, вы хоть что-то попробовали, да, и уже понимаете вот, на вот этой ошибочке, как сделать лучше, как улучшить, что привнести, как действовать максимально, как сказать, не трудозатратно, не время затратно, как упростить это все. То есть чем больше вы делаете, так это надо все пробовать. Болезнь просто уложила вас и оттягивает. Типа, ну, я еще обдумаю, соберусь силами, соберусь с мозгом. Это подсознательно у вас программа работает. Потому что у вас есть опыт, что когда-то вы раньше что-то начинали делать, у вас не получалось, вы складывали руки. А когда у вас есть желание, у вас приходит энергия, ресурсы, возможности, вы начали делать, но сдулись. Эта энергия, аккумулированная уже в этот мир, и готовая сейчас создать тот шаг, который вы должны сделать, решили сделать, пожелали, она осталась в состоянии подвешенном. Это подвешенное состояние в материи материализуется как долг, недостаток, то есть что-то незавершенное, незаконченное, то, что вас тяготит, то есть этот груз энергии просто, вот я не знаю, молотком, там, не знаю, плитой по голове вас, тынь, и все, потому что вы эту энергию собрали, да, возможности, собрали ресурсы своим желанием, но не проявили. И вот эта плита, которая на вас свалилась, вы ощущаете как болезнь какую-то. И лежите под этой плитой, болеете. Потому что ваша энергия вот в ваших руках заморожена, но тяжело нести ее, тяжело. И она проявляется какой-то херней. То есть это не совпадение. Подскажите, пожалуйста, что мне сигналят сотрудники с пессимистическим настроем? Да, когда все круто, все найдут и вываливают негатив. Как на это посмотреть? Негатив, мы уже с вами рассуждали много раз, это на материальном мире, да, непроявленная пленочка, это то, что мы сделали какой-то первый шаг, что-то увидели, но это еще пока темное, непонятное, и пока мы не подсветили своим вниманием фотографию, мы еще пока не видим. То есть есть какой-то созревший план, проект, есть что-то такое, то, что мы уже хотим, вроде как начали, но оно отложено в дальний ящик и где-то там ждет часа, когда мы обратим на это внимание и будем с этим работать. И вот они вываливают на вас негатив, типа, посмотри, сколько дел ты начал, не продолжил, не закончил. Плюс они
тебе показывают, когда они негативят пессимистически, да, они что делают в это время? Они анализируют ситуацию и находят в ней изъяны. То есть суперспособность анализировать ситуацию и видеть там узкие места, видеть в ней косяки. Так вот, вам надо тоже взять этот талант, найти косяки, где я что-то начала, и что я не делаю, дав себе совет это исправить, начать делать. То есть получается, они как бы говорят, вот возьми этот недостаток, сделай своим достоинством и начни искать косяки. Косяки там в своем питании, в своем поддержании здравого смысла, в поддержании обучения, в поддержании своей там работоспособности, своего здоровья, окружения. То есть ищи косяки, где ты косячишь, и исправляй их. То есть критика, пессимизм, просто это выискивание узких мест. Это тоже неплохо, нехорошо. Вот, поэтому, надеюсь, будет понятно. Так. С родителями чувство вины. Да, вам нужно понять, что чувство вины у вас к себе, что вы либо позволили с собой так обращаться, вот, либо что-то сделали. Но поймите, все, что было с вами, это нужно, это важно, это опыт, через него невозможно было бы не пройти, как-то избежать. Точно так же, как и ребенок. У него чувство вины за то, что он 1000 раз упал, кровь ноги разбил, там руки, локти, из-за того, что учился ходить, а не мог, да? Куча шишек набил. И представьте, у него будет чувство вины. Блин, а надо было не так встать, а надо было поддержаться, а надо было маму попросить, вот зачем я это сделал. То есть он же не сидит, себя не винит за то, что он просто учился. Вот, вы точно так же с родителями, когда взаимодействуете, вы учитесь. Они ваши учителя, так же, как и ваши дети учителя, мужья, друзья, коллеги, соседи, все учителя. И это отпустите это чувство вины, вздохните с облегчением, что именно этот опыт позволяет вам развиваться, расти, познавать что-то и так далее, прийти к себе той, ну, кто вы сейчас вот есть. Без этого опыта, ну, никак нельзя. Потому чувство вины, этот груз, он нафиг не нужен. У меня была в прошлом или в позапрошлом году такая интересная тема. Я в историях, в Инстаграм говорю, ребят, наберите, пожалуйста, камни в сумку, любые, какие хотите, маленькие, большие, много, мало, и каждый день ходите с этими камнями, спите с ними, ходите в душ, кушайте, сидите за столом, ходите на работу с друзьями, в кафе, везде. Вот. О результатах отписывайтесь мне. Кто-то через пару дней. Большинство, через один, через два, там, через 3 дня мне написали, я их выкинул нахер и понял то, что я с этими камнями таскаюсь, а они не пришей кобыле хвост. То есть с ними тяжело, с ними, блин, непонятно, зачем я это делаю. Мне вообще непонятно в эту чушь играть. И вообще, Нелли, ты дура, такую херню дала, зачем мне эти камни? Вот скажи, я ничего не понял, я ничего не осознала, я их выкинул нахер. Зачем ты мне дала? Я говорю, давай думаю и сам. Проходит время, но я все равно не понимаю. Ну, выкинул я эти камни, ну, походил я там пару дней, ну, мешали, ну, непонятные они. Я говорю, вот эти камни – это ваше чувство вины, это ваши страхи, это ваши придумки, надумки. Зачем таскаете? Непонятно. Тяжело, мешают, не нужны. Лишний груз вот этот вот, к чему вы таскаете? То есть тут даже логики нет, зачем его таскать. Вот с виной точно так же. Я не могу объяснить, зачем вы его таскаете. И вы сами не можете объяснить себе, нафига вам это чувство вины? Вот что оно вам дает? Вы себя так наказываете. Но за что вы творец, и Бог себя наказываете, да? Мы все частичка Бога. Зачем мы себя наказываем? За что? За опыт, да? За свою жизнь, за то, что мы кому-то что-то не так сказали или позволили нам что-то сказать. Ну окей, ну было. Ну зачем этот груз? Он просто тяжелый. Он просто бесполезный. Он не нужен. Он вам ничего не дает.
И про этот эксперимент. У меня были люди, которые через месяц мне писали, что я до сих пор хожу с этими камнями, что мне с ними делать. Я каждый раз спрашивала, и как тебе? Ну, нормально? Ну, пока нормально. Понимаете? Одна девушка через 3 месяца, последняя там женщина, выкинула их только, потому что когда говорю, да выкинь ты их уже. Она такая, нахрена я их таскала? Я говорю, не знаю. Вот так вот ты камни на своей душе непонятными эмоциями, которые тебе не нужны, тоже таскаешь, и тебе кажется, типа, окей, нормально. Ну, таскаю, таскаю, блин, сумочки. Ну, хорошо, что она камни там не под 5 килограмм взяла, маленькие, но все равно бесполезные. Вот что. А многие подумали, что я сказала набрать камни, типа, это обереги, что это что-то такое классное, поможет им энергии нагенерить, там, способности увеличить, я не знаю, вот у всех разные были придумки, но большинство молодцы поняли, что это просто бесполезная херня, потому что время идет, ничего не меняется. Просто тяжелее становится и глупо их таскать. Вот так же и вот с этой чувством вины. Так. Для чего нам скачки финансовые? Ну, чтобы начать ценить не только деньги, наверное. Когда денег нету, есть ценности, которые мы тоже прокачиваем. Это нормально. Ну и плюс деньги – это энергия, показатель того, сколько вы в этот мир даете, сколько вы приносите пользы, что вы сделали этому миру сегодня, например, да? Как вы проявились, что полезного было, и насколько вы этот мир принимаете, насколько вы благодарны водителю в автобусе, там, человеку, который подметает улицы, маме там, с коляской, которая человека на эту планету произвела для того, чтобы они потом выросли и вклад какой-то привнесли. Не знаю, насколько вы благодарны вообще людям за все, вот, что вокруг вас творится. И если вы не благодарны, значит, вы не в принятии, да, этого мира. Точно так же, когда сложно вдохнуть, выдохнуть тоже нечего. Как это? Вдох и выдох. И финансы – это показатель, насколько мы с этим миром взаимодействуем постоянно. Так, как помочь сыну бросить пить? Он работает вахтовым методом и после вахты пьет неделю. Из-за этого плохие отношения с девушкой. Все люди, которые приходят к нам, у нас как с душами договоренность, они для нас играют игру для того, чтобы мы через них себя познавали. И мы никак, никто, никогда во всех временах не может повлиять на кого-то и чем-то ему помочь. Мы можем помочь только себе, и благодаря помощи себе отражение в зеркале меняется. Но вы счастливы, окружение счастливо, вы несчастны, окружение несчастно. Вот. Даже если вы счастливы, даже у вас нет проблем, даже если вы в радости, у вас постоянно какая-то работа, хобби, чем-то занимаетесь, а вокруг пьют. Давайте посмотрим, для чего люди пьют. Они пьют для того, чтобы заменить настоящую радость от созидания, да, и наполнения энергией, вот эту потребность дофамина искусственной радостью. Им надо забыться, им надо стресс снять. Им надо расслабиться, им надо... Что люди, зачем еще пьют? Времяпровождение такое, потому что другого не знают. Так вот, они вам зеркалят то же самое, что вы неправильно расслабляетесь, не понимаете вообще, что такое расслабление, и что расслабляться мы можем в движении. То есть движуха – это и есть расслабление. То есть покой – это полное беспокойство. Эти шаблоны надо соединить вам. Когда мы вообще ничего не делаем, у нас жуткое беспокойство, наступает и депрессия. Надо постоянно быть в движухах. Не надо заменять искусственную радость, вернее, настоящую радость искусственной. Не искать внешние вот эти костыли, от чего порадоваться там новой кофточкой, какой-то вкусной едой, суррогатой радости, да? Радость
это наполнение энергии, физиологически мы воспринимаем ее так. Но это не всплеск вот этих эмоций, она такая тихая, умиротворенная, классная, кайфная. Мы не знаем, чем заняться, вот надо вам найти, чем заняться. Вам также, помимо того, что выписать все, что он вам транслирует по поводу алкоголя, и применить это к себе, то есть поменять свои привычки, образ жизни, мысли, думать, привычки думать. Вот, и перестроить свою жизнь. Вам еще нужно, с второй стороны, полностью переключиться на себя и разрешить всем Микки Маусам вокруг нас жить свою жизнь и отпустить их, сепарироваться. Неважно, сколько лет ребенку, неважно, какой там беспомощный муж или жена, дети, друзья и так далее. Да, мы можем им помогать, но чем мы можем помогать? Тем, чем хотим делиться, и то, что из нас прет. Прет любовь, там, слова, там, не сочувствие, как это правильно, когда мы людям... Сочувствие — это такое в минусе, сопереживание, вот, сопереживание вот с любовью, когда мы можем поддержать, вдохновить, это одно. А вот что-то делать конкретно, мы, ну, забираем опыт у людей. Мы не можем у них забрать тот опыт, который они должны пройти. И мы должны их полностью отпустить и смириться с тем, что прожить ментально, что все, человек впился и умер под забором. Его нет, что я буду делать, как я буду жить? И попробовать так жить. И тогда этому отражению в зеркале, этому Микки Маусу, этому путнику на вашей дороге жизни, да, не нужно будет разыгрывать эту сценку. То есть ему смысла пить для вас уже не нужно, потому что пьет он для вас. Все люди все делают только для нас. Пьют, наркоманят, не знаю, там, обманывают, все для нас. Они подыгрывают нам в нашу игру. Если бы нам это было бы не надо, если бы мы не нуждались бы в этом опыте, если бы это было бы не для нас, мы бы с ними не резонировали. У нас бы на этом пути были бы другие люди, другое отражение, другие поступки. Мы на одной волне с этим человеком, который рядом, и то, что он нам показывает, показывает лишь наше отражение. Поэтому не ему надо помогать, а себе, понимаете, и разобрать, чем заменить, вернее, что он заменяет алкоголем, да? Это подмена искусственная, очень-очень-очень многих чувств различных, которых не хватает. Чувство пустоты ваше внутреннее, да, транслирует. У него такая же. Потом, после проработки с собой, отражение меняется. Далее либо дорожки расходятся, либо человек меняется, если у него тоже какие-то осознания пойдут. Либо он будет где-то пить, и вы даже это не узнаете, не увидите, и вы перестанете беспокоиться. Ну, то есть, как бы проблема будет решена не путем того, что он бросит пить, а любыми вариантами. Но вас это беспокоить не будет, и вы не будете считать это проблемой. Не ищите конкретных путей решения проблемы, потому что нам не знать. Вариантов масса, да, и не надо мозг подстраивать под определенный один конкретный вариант, который, если бы мог, он бы решился. А другие варианты мы не пускаем в решение, потому что фокусируемся, вот все, я ему помогу, он бросит пить, и только потом я буду счастлива. Понимаете, вы сейчас несчастливы, потому что смотрите на него, что он пьет. А вам нужно сначала быть счастливой, да, и только потом отражение в зеркале отразит вам такое же счастье. То есть человеку не нужно будет пить, чтобы чувствовать себя счастливым, можно так сказать. Блин, грубо говоря, вот у меня очень много эфиров, почему кто-то пьет, там муж, дети, жена, мама, папа, дедушки, бабушки, очень много эфиров, посмотрите, потому что я там практически то же самое в каждом эфире, но другими словами объясняю, может быть, какой-то эфир, ну, прям зайдет. Так, объясни теорию несчастных случаев, например, авиакатастрофа, то есть на борт попадают люди, которые не хотят подсознательно жить. Да, вы сами ответили на этот вопрос в том анекдоте. Бог не зря их
там 5 лет всех на один самолет сыграл. Но то, что для них и почему это для них, нам не знать, нам вообще за других людей никогда не знать. Вопрос разбирать нужно, для чего я вижу эту катастрофу и что мне транслирует эта катастрофа. Какая катастрофа сейчас в моей башке? То есть перестаньте тратить всю свою жизнь на анализ, что у кого там в голове и что у него там происходит и почему у него там происходит. Это там большая ошибка, потому что вы за собой в это время не наблюдаете. Надо видеть вот это вот все и спрашивать, почему я это вижу, а что мне это говорит, да, что мне это сигнал, для чего я этого хочу, какие знаки вам извне это мне транслирует. А когда родители все для сестры, а для меня минимум, я все, что я им должна, и все, что я им должна. И мир также показывает, что все для всех, а мне на не сдохнуть. Когда родители все для сестры. Равиля, если вам 5-7 лет, окей, я еще бы поняла бы этот вопрос. Но если вам уже, ну, исполнилось там, сколько там до совершеннолетия, перестаньте ревновать, во-первых. Они транслируют, что вы для себя сами взрослые ответственно не подходите. Вам, как маленькому ребенку, нужно извне, да, родительская опека. Вы уже выросли, вам нужно повзрослеть, вам уже нужно... Взрослый человек может быть ребенком, да, по психотипу. Он может быть ребенком, не брать на себя ответственность, ждать помощи, ждать, что его будут любить. Но взрослый человек — это тот, который уже ничего не ждет от вне, да, и он дает это вовне, наоборот. Они транслируют вам, что обрати внимание на себя и давай себе, люби себя, ты должна себе любви, ты должна себе внимания, ты должна себе заботы. А у тебя точно так же, как у родителей, внимание, забота и любовь растрачивается вокруг для всех в ущерб себе. Ну, они это как бы так тебе транслируют. Когда ты к себе поменяешь поведение, получается, да? Ну да, поведение. Поменяется поведение родителей, поменяется поведение сестры, и вообще всех людей вокруг поменяется. Слушала ваш эфир по теме работы с родом. А что вы думаете по поводу того, что некоторые коучи внушают, что нам надо обрывать все связи с бывшими партнерами? Они якобы едят нашу энергию, тем более, если был сексуальный контакт. Опять же, смотрите, все в этом мире, вот просто, ну, запомните это раз и навсегда. Для чего-то нужно. И говняшка, и камень, и бывший, и расставание, и убийство, и смерть, и жизнь, и рождение, неважно что, и плохое, и хорошее, как бы мы ни делили, все нейтрально, и оно для чего-то нужно. Вопрос, как это использовать на пользу? То есть, если вы с ним разрываете связи, вам это идет на пользу, идеально. Если вы с ним продолжаете общаться, и это вам идет на пользу, идеально. Если вы общаетесь, и это не идет вам на пользу, разрываете связи. Если, наоборот, хотите общаться, тоже не идет на пользу, и не надо начинать. То есть, понимаете, да? Вы должны понять, мне от этого как вообще, как я себя при этом чувствую, что мне это дает. Это как-то забирает мою энергию, это общение. Меня как-то это триггерит, там, злит или еще что-то. Либо я, блин, счастлив от общения. Я с бывшим мужем тоже общаюсь вообще нормально. Каждый день смотрит мои сторисы уже на протяжении скольки лет. Недавно был в Турции, в гости приезжал, погуляли. Вот. Ничего такого. Но есть куча людей, с которыми мне не хочется общаться. Я не знаю, почему. И это достаточная причина, даже узнавать не хочу. И не надо тратить на них свою энергию. Так, дальше. У меня созависимость с мужем, отношения сложные. Очень нужно стать самодостаточной. Мне 60, куча ограничивающих программ.
Хочу заказать таблетку. Посоветуйте, с какой начать, заработок или отношения? Конечно, заработок. Давайте с него. Проблема созависимых отношений в деньгах, в недоверии к себе, нет чувства безопасности, да? Нет чувства стержня внутреннего, да? Нет опоры на себя. А в деньги я вложила, это самая большая таблетка. Любовь к себе, опора на себя, внимание там на себя. Как снять ответственность, блин, от всего и взять ответственность за свою жизнь. Вот как раз-таки книга «Деньги», она и про деньги, и про работу, но работа не на дядю, там, или работа такая, которая деньги приносит, а работа вообще любое наше действие. Про наши действия, про наше мышление. Такая всем объем, короче, объемная тема. Вот, и у меня просто очень много людей заказывали поначалу, когда я ее тестировала, таблетку, на деньги, там, на бизнес, на отношения, там, тра-та-тра-та-та. И я поняла, что есть некая критическая масса шаблонов, которые неважно в какой ситуации, вот ее надо разобрать. И это больше 40 страниц. А там уже по чуть-чуть, вот буквально по несколько страниц добавлено отдельно по каждой теме. И самое объемное — это деньги. Там нет... Короче, пока вы себя не полюбите, пока на себя ответственность не возьмете, пока не повзрослеете, пока не поймете, как мир работает, как генерировать эту энергию, да, как быть в чувстве безопасности, как наслаждаться этим днем, как быть здесь сейчас, смысл в других таблетках и прорабатывать какие-то остальные аспекты я не вижу. Поэтому начните вот с деньги, финансы. Она хоть так и называется, но на самом деле она ни хрена не про деньги. Но есть энергия, есть деньги. Есть движение, перемены, есть деньги. Вот, а там, короче, критическая масса наших шаблонов, которые по жизни вот просто забирают всю нашу энергию, да, и мы все время живем в страхе там завтрашнего дня, в чувстве вины, безответственности. Ой, а вообще классно быть безответственным, не нести ответственность за других. Мы не можем это делать. Но классно быть ответственным за себя. Точно так же вот любой шаблон, мы их не убираем, не уничтожаем, мы просто учимся его использовать себе в пользу. И вот в таблетке эти шаблоны классно расписаны. И курс мне, там прям пипец, куча шаблонов разобрано. Про деньги тоже есть курс классный. Там вот тоже все то же самое. С деньгами разбираетесь, с любовью к себе, там, с вниманием. И у вас отношения сразу же закрываются, да, и уже нормально. И вы уже не ищете в отношениях человека, который будет вашу дыру внутреннюю закрывать, беспокойство, да, безответственности, чего там еще, неудовлетворенности. Мы в других людях пытаемся забрать у них всю их энергию, высосать их, как вампиры, и засунуть в себя. Ну, так не получится. Так, добрый вечер. Сейчас, подождите. Добрый вечер. Вопрос финансов. Как вырасти в доходах, когда остро стоит вопрос оплаты жилья? И уже вчера. Ну, быстро никак. Не могу такого сказать. Ни вчера, ни сегодня. Это долгий процесс расти в финансах. Как разобраться с внутренним недостатком, если нет ни возможности, ни времени, ни сил? С шаблонами разобраться, в первую очередь, что у меня есть внутренние недостатки. Внутренние недостатки – это то, что ум определил как недостаток, а это офигенный достаток, просто вы не умеете им пользоваться. То есть у вас нет никаких недостатков. У вас есть слово «недостаток», определение ума, что обрати внимание на это, ты этим не пользуешься. У меня нет возможности. Разберись с шаблоном, нет возможности. Такого просто не бывает. У нас возможности миллиард, миллиард в миллиардной степени каждую секунду. Вопрос не в том, что нет возможности, а в том, что ты не хочешь на них смотреть. Ум не желает, потому что ему невыгодно. Нет времени.
Время бесконечно, его вообще не существует. Разберись с этим шаблоном. Время есть всегда. Вопрос, куда ты его тратишь? Да? Нет сил. Силы есть всегда. И чтобы почувствовать эту силу, нам нужно встретиться с каким-то препятствием и почувствовать сопротивление. Представьте, вот стена за мной. Как мне почувствовать свою силу? Я должна надавить ее, да? Я чувствую свою силу в теле. Ну, вот, силой надавить. То есть мы выстраиваем косяки всякие, проблемы, препятствия, чтобы чувствовать свою силу. Нахрена нам ее чувствовать? Мы и так в легкости более сильны, чем напрягаемся. То есть в нас всегда есть сила. Вопрос, вы себе умом говорите, у меня нет силы, все. Тело такое, ну окей, душа такая, я спать. Вы своим шаблоном просто тормозите, чтобы ничего не делать, бездействовать. Вы себе утром должны встать и сказать, у меня есть время, у меня есть силы, у меня есть возможности, у меня есть куча недостатков, это так круто, потому что мой ум видит их, и я могу теперь заняться классным делом и найти в этих недостатках, как их использовать с достоинством и превратить в достаток, можно сказать. Шаблонами работать легко. Просто первый вообще вопрос задайте себе. Для чего я это себе говорю, у меня нет сил? Я прибедняюсь, да, чтобы меня пожалели, чтобы решили мои проблемы. Да, я вот для этого говорю. Окей. А с чего я вообще решила, что Микки Маусы, которых я создала, в моей реальности притянула на одну вот эту волну? С чего я решила, что продукт моего творения как творца будет мне помогать, если у них ума палата меньше меня в любом случае? Почему я так решила, да, что вот они возьмут, решат мои проблемы, если я создаю их сама? И проблемы этих людей, которых хочу заставить там что-то решать, помогать мне и так далее. С чего вообще я это так решила? То есть вам нужно вообще поверить в себя и понять, кто вы изначально, да? И мы в этот мир пришли не бороться там с проблемами, не деньги зарабатывать, не там пахать или еще что-то. Мы пришли в этот мир понять, кто мы. Кто мы, да, и открыть свою божественную суть. И понять, как мы творим этот мир. И мы сотворяем все эти препятствия, чтобы учиться на этом открывать суть вот эту. Кто мы, да, и что вокруг происходит. То есть мы так учимся себя понимать. Но мы не привыкли так делать. Нам никто не объяснял, что мы родились не рабами, да. И мы должны смириться с этой херней, которая творится, и вечно с ней в сопротивлении бороться. Потому что бабушки, дедушки, мамы, папы, там предки, их тоже так же учили быть рабом. Когда вы понимаете, что вы творец, да, а не раб, то у вас в мысли даже в мозгах не возникнет, что у вас нет времени, нет сил, нет возможности и так далее. Это все происходит через размышления. Просто задаем себе правильные вопросы. А почему я так думаю? С чего я так решила? Нахрена мне ум подкидывает вот эту вот ересь? А может ли быть по-другому? Как только вы себе такие вопросы задаете, там, выписываете, фиксируете на них внимание, вам приходят ответы. Ну, по-любому может. А как? Я не знаю. Окей, сейчас понаблюдаю. Как? Интересно. То есть вы не гасите в себе интерес сразу мыслями, что у меня не будет ответов, у меня нету. То есть перестаньте жаловаться. Как только вы перестаете жаловаться, ваш ум очищается, потому что на жалобу вам нужно придумывать, фантазировать миллион аргументов, и ваш ум занят все время придумыванием, фантазированием, как объяснить свое собственное бездействие и невнимание там, или нелюбовь к себе. Вот как объяснить, да? Надо постоянно что-то придумывать. Ну, перестаете жаловаться, придумывать перестаете. Пока. И когда вы перестаете жаловаться, ваши мозги очищаются, и на пустую голову уже приходят ответы. Ну, нам всем нравится, блин, перемыть косточки себе, своей жизни, людям. Зачем? Так, добрый вечер. Что транслирует мне муж, который обижается, как маленький ребенок?
В отношениях у меня есть книга отношений классная. Ну, не книга, а это прям практически такой файл PDF с практической работой. Там суть такая. Если муж ваш в позицию ребенка становится, вы автоматически в позиции родителя, мамки для него, и воспринимаете его как ребенка. Это же только ваше восприятие. Перестаете быть мамкой, он перестает быть ребенком. То есть если ребенок, да, позиция ребенка, это обижаться, неумение разговаривать, не берет ответственность, а обвиняет других, там, перекладывает ответственность, капризный. Это делают дети. Взрослые люди, когда взрослеют, они этого не делают. Зачем им капризничать, если все зависит от них? Они должны зарабатывать, обеспечивать, они должны помогать, помогать и словом, и делом, готовить, наводить уют, делать быт, там, не знаю, работать. Ну, обычные взрослые дела папы, мамы. И как только включается мамка, автоматически все вокруг мужики становятся детьми. Хотите вы этого или нет? Даже если он был до вас мужик мужиком, как только вы начинаете включать опеку за взрослым человеком, следить за ним, что он должен делать, как он должен делать, что он должен говорить, какие носки куда кидать. То есть если вы как с ребенком, да, и пытаетесь учить уму-разуму, он автоматически становится ребенком. То есть ваши роли сейчас поменялись. А вам нужно перестать быть мамой, да, и отстать вообще от него. Пускай берет на себя ответственность. Поначалу будет очень плохо. Ну вот реально, хреново. Потому что я вот, например, тоже ненавижу. Приходит чувак там бывший муж, блин, все раскидает. Я только убралась, блин, носки валяются. Мне надо ему голову выпилить просто лобзиком, я не знаю, чтобы он там убрался, и я как мамочка с ним ходила, он превратился у меня в ребеночку просто, которому надо подай, принеси, помоги, блин, расскажи, сделай, все, я в мамку превратилась такая, блин, понятно. А изначально, во-первых, надо партнеров выбирать себе взрослых. Но мы этого не делаем, потому что нам нужно закрыть свои потребности. Потому что сами не подросли, не гармоничны. Да? Но раз так уже случилось, что мы выбрали партнера, там, ребенка, допустим. Хотя вначале он же такой не был, он же вас устраивал. Что-то с ним случилось. Вот. Но изначально, если вы выбрали там, от безысходности, потому что пора-пора, там, часики тикают. Да, вот, многие замуж по залету там, или еще как-то собираются. И потому что куча страхов, что, блин, хвачу любого, лишь бы рядом милый был, и как у нас там шаблоны, водичку там в конце подал жизни на закате. Ну, людей уже не переделать. Здесь только два выхода. Меняться самой и смотреть на отражение, меняется он или нет. Если меняется, окей. Если нет, то благополучно, наилучшим способом, просто идеальным, вас жизнь разведет. Два пути. Недавно попала в небольшой ДТП. Моя вина. Неудачно повернула и задела другую машину. О чем мне это говорит? О чем это мне говорит? Машина – скорость, машина – движение, машина – перемена. Да, я решила повернуть налево, не туда, допустим, да. Либо туда, но срезав путь, либо там откуда там, ко второй полосы повернули, да. Неплавно, то есть ты как по жизни тоже мчишь на резких поворотах, снося все на своем пути. То есть подумай, где ты как паровоз проходишься по людям, по себе, может быть, по близким. Где ты оголдела, пишешь куда-то, да, ну, то есть, получается, ассоциируй машина, столкновение, с чем ты с таким сталкиваешься в жизни, да, игнорируя знаки, игнорируя там, где нужно потихонечку тебе как-то вот там с людьми поговорить, а не как паровоз его там накричать, наорать, там продавить. Ну, то есть, надо бы вот смотреть такие жизненные ситуации, где, куда я спешу, да.
Отдала сыну квартиру с мебелью и ремонтом. Зачем? Он завел собаку, которая все в квартире погрызла. Ничего ему не говорю, но внутри просто негодую от этого. Отдали? Все, это не ваше. Ну, просто не ваше. Либо не надо было отдавать. Но раз отдали, все, забудьте. Вот, ну, просто забудьте. Вы со своего мира этот кусок энергии высвободили. Все это уже дальше не ваша забота. Пускай грызет, пускай получает там свой опыт. Пускай работает, делает там ремонт или живет в этой херне погрызанной. Ну, то есть негодую, что он не ценит, что ему квартиру. То есть не надо делать дела какие-то людям добрые. Ну вот не надо. И ждать в ответ благодарность. Это не добрые дела, получается. Это типа дашь, я тебе там сделаю дело, а ты мне такой, давай свою энергию, давай свое внимание, давай благодарность, потешь мое эго, там, я хочу быть там хорошей, давай, давай мне вот это вот. Если вы что-то делаете, то делайте это искренне, от души, безвозмездно, не ожидая ничего взамен. Либо нахрен не давайте. Выбирайте квартиру, сдавайте, продавайте, езжайте в путешествия, ходите там на криптовалюту, под проценты в банке, живите классной жизнью. Забирайте у него квартиру, либо отдайте и просто забудьте. Вы молодец, все, себя похвалили, я молодец, я устроила жизнь сыну, пускай живет как хочет. Либо забирайте и живите классно, да, на эти деньги. Сдавая квартиру или что там с ней делая. Он меня не ценит, да, вы пишете, это вы себя не цените. Вы свою жизнь отпахали и не можете эту энергию, которую вы аккумулировали, на себя потратить. И вы ее отдали сыну. А это вообще левый человек, ну, ваш Микки Маус. Просто у нас есть такой шаблон в голове, то, что он мой сын. Прошлого же не существует. И вы даже никого не рожали, и нас не рожали. Ну ладно, это не суть. Вы просто отдали левому Микки Маусу всю свою энергию, которую вы аккумулировали, да, и вложили в эту квартиру. Нет, чтобы на себя все потратить. Он должен свои опыты пройти, он сам должен научиться деньги зарабатывать, он сам должен квартиры научиться зарабатывать, да, крутиться, вертеться, получать опыт, становиться могучим, сильным, умным, классным и так далее. А как он на всем готовеньком чему-то научиться? Вы просто у него в этой жизни отобрали опыт и у себя отобрали опыт. Опыт, классно, счастливо жить, развлекаясь, припеваючи. Вы же пахали, блин, на эту квартиру, как минимум. Как погасить быстро кредит? Я за все благодарю. Деньги приходят просто так, но кредит висит. Ну, не получится кредит. Я не знаю. Себе долги отдаем и наблюдаем за этой реальностью. Потихонечку платим. Ну, что я могу сказать? Я не могу взмахнуть вот так волшебной палочкой и сказать, вот как быстро оплатить кредит. Решить вопросы за вас никто не может. Это первое. Второе, я могу только дать направление, удочку, да, а вы уже с этой удочкой направлением можете удить рыбу. Делать какие-то свои выводы, смотря мои эфиры, и посмотреть очень много видео про долги. Про долги, про кредиты, ну, про много. Книжку «Деньги» почитайте. Сейчас вот новая выйдет книжка «Деньги». Вот. Ее можно даже сейчас купить за полцены до выхода. Я надеюсь, что вот она уже вот-вот-вот должна в этом месяце, в октябре быть. На проверке сейчас. Ну, конкретных шагов там нет. Ни в книжке, ни на курсах, ничего. Все работа через мышление. Работа через то, чтобы отдать долги. Так, все, кто поднимает руки, я, ну, не пускаю в эфир, чтобы не отвлекаться. Вы в чате пишите сообщения, я читаю их. Так. Кредиты вовне – это кредит себе. Вы очень много себе пообещали, очень много в кредит использовали что-то, то, что вам, блин, нахрен не нужно было, но нам же надо все и сразу, здесь, сейчас. Вот теперь пожинаем плоды. Все приходит
тогда, когда нужно, вовремя, в наилучшее время, в самом лучшем месте. И если чего-то сейчас нет, поэтому нам, ну, нам это для чего-то не нужно. Потому что мы еще не прошли какой-то опыт, чтобы это иметь. А вы всегда торопитесь. Не совет вообще никогда брать, ни кредиты, ничего. Но так случилось, если на вас там мошенники повесили кредит, значит, вы уже вообще много себе долгов задолжали. Задолжали жить, чувствовать, принимать этот мир, там, кайфовать, радоваться, выбирать себя, уметь говорить там нет и так далее. Много-много-много-много моментов. Задолжали себе, ну, здоровую жизнь, даже ту. Вот я хочу сказать, вот все, кто даже ест обычную еду синтетическую, да, они задолжали себе, ну, как минимум, там, 50 лет лишней жизни, да, которую они убили просто, и потом будут жить некачественно на таблетках, просто вот таким вот больным. Вы даже едой забираете всю свою энергию. И вы задолжали себе здоровое тело. Тоже как вариант. Ваши долги внешние могут быть из-за того, что вы просто задолжали себе здоровье, которое не бережете. И думаете, да и пофиг, а что, я не могу не пить, я не могу не курить, я не могу не жрать херню, там, бургеры всякие, жареное. Там. Я не могу не есть синтетический там сахар. Похеру. Сейчас, главное, нормально мне, хорошо, вот эта сиюминутная радость. А то, что я потом буду валяться с таблетками, блин, с сахарным диабетом или там онкологией больной, и за мной придется моим детям ухаживать там, или еще кому-то там, мне пофигу. Я же не думаю об этом завтра. Подумаю об этом потом. Вот потом это уже будет поздно. И вот этот долг даже быть здоровым, это огромный долг. Он проецируется долгами, нехваткой во мне. Даже еда. Не считая всего остального. Комплиментов, принятия, благодарности, доброты, помощи, сочувствия, сопереживания людям, там, я не знаю, творения какого-то, хобби, что-то приносить, какую-то пользу. Я уже про это даже молчу. Мы даже себе не можем помочь своему телу, да, что можно говорить про мир. Спасибо за ответ. Никогда никому не жалуюсь. Осталась после развода одна с ребенком. Выруливаю как могу, как вижу возможности со своего ракурса. Тяну учебу и работу уже третий год. Сил нет. Отражается на здоровье, финансовая сторона не улучшается, а наоборот, иду не тем путем, не туда. Да, шаблоны есть, конечно, что деньги можно заработать только работая. Деньги можно заработать только работая. Просто работа бывает разная. Так, да, деньги – это перемена, это какое-то действие, это работа любая. Мы даже моргаем, работаем. То есть, да, все приходит только через работу, через труд. Через движение, через созидание, через перемену с кем-то. Мы обмениваемся энергией. То есть вы кому-то что-то сделали, вам это возвращается. Возвращается в виде энергии. Эта энергия аккумулируется деньгами, продуктом, услугой, чем угодно. А может быть, идет на восстановление там, здоровья или отношения. Всегда нам вот этот взаимообмен происходит. Если денег не хватает, то очень много дыр, да, куда эта энергия уходит восстанавливать. Поэтому, ну, надо работать не только с деньгами, а со всеми своими сферами жизни, чтобы, блин, эта энергия не расходилась вот так вот. Подскажите, как предлагать людям криптовалюту? Недавно занялась этим, но взаимодействия с людьми мало. Я не знаю, ко мне вопрос, пожалуйста, без понятия. Если сплю меньше 10 часов, чувствую разбитость, тяжело. Приходится все время приноравливаться. Офигеть, Амира, так только спать. Я вообще максимум 5 часов сплю, 6. Не всегда получается добрать часы сна, недосып, трудно терпеть. Как исцелить такую проблему? Замечаю, что не на всех недосып настолько сказывается. Когда мы много спим, да, это у нас прям... Это стресс, это еда, опять еда, в первую очередь еда. Не может быть только одна психосоматика. Во-вторых, нежелание в этом мире находиться, нежелание жить, желание быть в иллюзиях, желание мало двигаться там, да. Что нам дает сон? Хочется много отдыха, вы где-то перепахали совсем в мыслях, там, в действиях, в работе.
Надо решать, ну, блин, комплексно. Я не знаю, что вы едите, да, вот какой у вас распорядок. Еда вообще всю нашу энергию забирает. Мы после еды всегда хотим спать. Вот. Какую вы еду едите? Можете тазами есть еду, да, но смотря какую. Есть, которая забирает энергию, есть, которая дает. Вот. Ну, зачастую практически все едят то, что забирает. В последнее время стало больше денег, и это пугает. Вау, Ина, вы что? Внутренняя емкость не может это вместить. Есть такое. Появилась хорошая машина, и вместе с ней чувство неловкости и страх. Как научиться брать? Появилась хорошая машина, ну, чувство неловкости, давай, рассуждай. Что именно неловко мне? Что именно? Короче, жду твои ответы. Давайте кто-нибудь еще остальные пихайте, потому что здесь просто надо вопрос-ответ. Конкретно вот из-за чего страх, чего боитесь? Распиши, чего вам страшно? Вот, от чего неловкость? То есть кто-то скажет, типа, зажралась или что, завидовать будут, сглазят, я не знаю, какие у вас мысли по этому поводу. Неля, что может быть причиной трансплантации почки у сына? Отец дал ему почку. С отцом его в разводе уже более 14 лет. Он пьет. Сын пьет или отец? Ну, если отец дал, наверное, почка здоровая. Почки. Для чего нам почки? Слушайте, срочно. Давайте учимся психосоматике. Берем. Интернет, почка. Какую функцию? Это я знаю, какую функцию. Я для вас вот все что-то там болит, зашли в интернет, пишем орган и пишем, какую функцию выполняет. Почки, несмотря на небольшой размер, играют важную роль в организме. Их основная работа – непрерывная фильтрация крови. Часто ассоциируют с понятием «второе сердце». То есть они перестали выполнять функцию фильтрации. Дальше – кровь. Функции. Кровь переносит кислород, воду, питательные вещества во все ткани организма, собирает отходы из тканей и доставляет их в органы выделения, переносит клетки и белки, которые помогают защитить организм от инородных веществ. То есть кровь и сосуды являются путями взаимодействия с этим миром, с воздухом, с растениями, с людьми, с информацией, с действиями, с чем угодно, со словами, с музыкой, всем что угодно. То есть кровь во внешнем мире – это просто пути взаимодействия, да, все наши, через которые мы живем, общаемся, дышим, даем, берем, принимаем, отдаем. Вот. У нас проблема что мы не фильтруем, кому что отдавать, от кого что принимать. Мы не фильтруем информацию, верим в ложь, отрицаем правду. То есть мы не умеем фильтровать. То есть почки говорят вам лично, да, что отец, что сын, оба потеряли, да, почки. Говорят о том, что вы теряете связь с этим миром, не фильтруя правильные свои действия, мысли, вот это взаимодействие с людьми. То есть ваши поступки, все про вас, да, же вам, вас транслирует. Надеюсь, ассоциации вот эти вот вам как-то помогут. То есть вы не фильтруете инфу. То есть вам нужно учиться менять такие шаблоны, как правильно-неправильно. То есть то, что правильно вы отрицаете, может быть, не хотите использовать, вам кажется это неправильным. Наоборот, то, что неправильно, вы можете использовать как правильно,
То есть на пользу вы это не используете. То есть вы не фильтруете. Не фильтруете людей, с кем общаться. Не фильтруете окружение. Не фильтруете работу, там, которой занимаетесь. То есть вам хотелось бы этим заниматься, а другим. То есть получается это нарушение связей во всех сферах, можно так сказать. И для сына также, и для мужа. Но конкретно их шаблоны нам не знать, вы можете только свои разбирать, да, и себя менять. Они, неважно, с какими болезнями приходят в этот мир эти Микки Маусы, они пришли для нас заранее одеться в этот аватар, прийти к нам ножками, да, и показать, посмотри на себя в зеркало, я тебе буду показывать тебя. И все. Они сами изначально, они же не ум, они не этот человек, не тот образ, который вы видите. Они божественное, нетелесное существо, как и вы, одно целое, клеточки одного организма. Да? Вы все для друг друга играете в спектакль. И перестаньте так сильно беспокоиться об актерской игре, да, других актеров. Только вот свою роль вы должны отыгрывать максимально. Как же это еще объяснить по-другому? Вы, получается, меняете свою игру, видя, да, что какие шаблоны транслируют, поведение транслирует, ну, там, непринятие, нежелание, там, еще что-то, то, что не нравится. Меняете в себе свой образ жизни, растете, прокачиваетесь, начинаете мыслить по-другому, меняете свои привычки, делаете все. Ваши мысли должны направлены на все, чтобы каждую минуту времени находиться в состоянии здесь, сейчас, счастья, радости, ощущения себя, безопасности, комфорте, ощущения себя в переменах, ощущения себя в движении, ощущения себя в любви к себе, к этой жизни, радоваться. Вот все, что происходит, потому что надо воспринимать этот мир как симуляцию, в которой вы просто как в компьютерной игре проходите левел разные, прокачиваетесь, да, и вам все это нужно, вы все это создаете для познания себя. Вот, воспринимайте мир таким образом, вам будет легче жить, как минимум. И вы меняетесь, да, как актер в этой игре, начинаете уже там не пессимистично смотреть на этот мир, а по-другому сценка меняется, актеры тоже, либо актеры меняются, либо актерское мастерство, их поведение в этой сценке меняется. То есть у вас уже другая пьеса, да, и, соответственно, игра других людей вокруг вас другая. И все у них со здоровьем станет хорошо, даже по одной почке. Но благодаря тому, что поменяетесь вы, научитесь понимать, что действительно хорошо, что делать не надо, а не наоборот. Когда мы пытаемся там помочь другим, мы делаем плохо всем, отбирая у них те же какие-то опыты, которые они должны пройти, пройти вот этот вот путь. Если они просят помощи, и мы хотим помочь, взаимодействовать, мы помогаем, отлично, супер, насильно это плохо. То есть вот надо фильтровать свои действия, да, фильтровать также свои мысли, о чем я сегодня думаю. Я опять себя критикую, негативлю, жалуюсь, все у меня плохо, денег нету, боже мой, помогите. В данную секунду вы себе можете помочь своими мыслями токсичными о том, что у вас там нет денег или кредит вот прямо в эту секунду? Нет, не можете. А что можете сделать? Вы можете насладиться чаем, фильмом, там, эфиром, с кем-то поговорить, позвонить маме, там, детям, сказать, что вы их любите. Это вы можете? Ну, то, что вам принесет сейчас счастье и радость, можете. Так вот, делайте именно это. А вы находитесь 24/7 в беспокойствах, и поэтому и спать не можете, и ни хрена не высыпаетесь, потому что мысли все время токсичат. Каждый эфир одно и то же. 400 миллиардов в секунду наш мозг растет, таким образом он функционирует, отращивая столько отростков. Каждый отросток излучает электромагнитную вот эту волну и буквально вот фотонами собирает этот мир вокруг себя в материальной форме. И вот мы его вот так вот видим от того, что мозг растет. Да, ну представьте, каждый отросточек — это мысль. Если ваши мысли круглосуточно, ну, дерьмо полное, да, ужас, беспокойство, страхи, там, что вы собираете в этом мире физическую форму, если у вас мозг растет из говна?
Говно — это неплохо, нехорошо, это просто то, что уже старое, отжитое, переработанное. Съели яблоко, а на выходе получили говно. Вот. И у вас мысли не из яблока растут, там, и новых веточек, там, новых апельсинов, новых плодов, а из говна. Вот представьте. И вот ваш мир — говно. Потому, ну, я вот даже не знаю, как по-другому объяснить. Потому что вот наши мысли всегда о плохом. И вот надо фильтровать мысли свои, останавливать себя и думать, какого хрена я вот сейчас об этом думаю. Мозг, давай, заткнись. Я хочу радоваться. Что меня сейчас может порадовать? Да, у меня кредит. Да, у меня там отец болеет. Да, у меня там сын в больнице, там почку ему присадили. Да, вот он бухает. Да, там отказала. В данную секунду я лично для своей жизни, пускай не проходит свои опыты, я лично что могу сделать, чтобы в этот момент аккумулировать энергию? Потому что когда я не аккумулирую энергию, я не даю эту энергию миру. Мир ее не получает, соответственно, у них нет ресурсов вам помочь. Только благодаря тому, что вы аккумулируете энергию в каких-то действиях, в созидании, в радости, вы наполняете этот мир этой энергией. То есть вы делитесь тем, что вот есть, либо говном, либо энергией, любовью. И когда этот мир имеет энергию, он вам возвращает то же самое. Но когда вы мир из говна строите, что он вам возвращает? Ничего. Вот, минус. Нелли, добрый вечер. Никак не продается дом. Страх, что ничего не куплю другое, так как не хватает на лучший вариант. Как это проработать? Он и не продастся, потому что страхи нас уберегают, да, от того, от тех последствий, с которыми мы боимся столкнуться. Поэтому выписываете, что не смогу найти лучший вариант, не смогу там еще что-то, там нужно будет бегать, собирать бумажки, я не хочу. Это столько вот времени тратит, переезды, потом ремонты, поиски. Вот выписываете все вот эти мысли и попытайтесь их решить заранее. Когда вы соломку себе подстеливаете, получается, то нет причин бояться. Ну, например, я не найду лучший вариант. Духи, найду худший вариант. Но хуже уже моего дома точно не будет. У меня будут деньги. То есть я из одного состояния в виде кирпичей, бетона там, стен, потолка, аккумулировала в другое состояние, в бумажке. И эти бумажки обратно могу аккумулировать в тот же бетон. Хорошо, не найду лучше, но найду такой же. Деньги есть, они никуда не денутся. Ну, если я не пойду, их не пропью, конечно. Вот. Но если я ответственно их положу в банк, то они никуда не денутся, и я всегда найду вариант. Окей, не найду лучше, ничего страшного, хуже-то я себе не сделаю. То есть вы себе этим объяснением сняли страх того, что вы там хуже не найдете. Дальше мне придется там куча вопросов решать с этими бумажками. Окей, я могу найти себе какую-то знакомую, подругу в интернете, спросить в соцсетях, кто мне может помочь с этими бумажками, со мной побегать, подсказать, там, я не знаю, либо за меня все сделать, я ему процент продажи заплачу. Я так могу сделать. Могу, окей, что мешает? Ничего, все, этот вопрос тоже решен. И вот так вот список выписываете, что мне мешает, чего я боюсь, какими последствиями, да, я боюсь столкнуться. Так, печень болит, можно разобрать, что проработать. Мастер-класс номер 2. Я знаю, почему печень болит, да, но мы, давайте с вами учиться тоже. Учитесь, развивайтесь, пишем печень. Печень. Функция. Лучше вам удочки дать. Функция в организме. Пишем. Клетки печени отвечают за обезвреживание токсичных веществ и выработку желчи. Ля-ля! Клетка перестала обезвреживать токсичные вещества и вырабатывать желчь. Перекладываем на себя. Что я перестала делать? Какую функцию перестала выполнять? Я не могу справляться с токсичной информацией. Перестаньте токсичить. Потому что печень – это ваша злость, ваша агрессия. Там живет страх, там живет агрессия, там живет
недовольство. Вот как только станете довольны жить этой жизнью, сразу перестанете печень. Печень, чтобы вы знали, восстанавливается на 100%, даже если 1/3 осталась. Очень много средств, которые не синтетических, натуральных трав, еды, которые восстанавливают печень. Ну, во-первых, меняйте питание, и плюс самый классный продукт для печени. Берете пожитник, семена, заливаете водичкой. Сейчас покажу. У меня с печенью в порядке все. Но мне... Наглядно покажу. Берете семена пожитника. Чуть-чуть. Они просто уже бухли, поэтому кажется много. Вот так вот прям жменьку. Заливаете водой. Поставили в холодильник. На следующий день этот литр воды в течение дня пьете. Пожитник обладает уникальными свойствами, которых нету ни в одном растении в этом мире. Уникальные свойства, которые помогают печени восстанавливаться. Плюс пожитник еще чем класс. Просто даже вода не очень хорошего качества, пожитник ее очень хорошо очищает, как, в принципе, и другие семена, там, например, овес. Овсячью воду засунули, и вы обезвредили воду, она стала чистой. Восстановление там кристаллической решетки, она полезна и так далее. Здесь очень полезная вода. Пьете каждый день в одну и ту же банку, заливаете воду. К вечеру выпиваете и заливаете новую воду на этот же пожитник. 2 недели. Вот. На вторую неделю этот пожитник в салат кинули или просто ложкой съели. Очень вкусный. Вот вам решение проблем. А лекарства, которые вы пьете, они только убивают вашу печень. Лекарства от печени убивают вашу печень. Точка. Выкиньте. Плюс уберите синтетические концентраты, которые не дают токсичным веществам. У вас переполнено токсичные вещества не только из-за того, что в психосоматике куча токсичных мыслей, да, недовольства, злости, агрессии, подавленной. У вас еще очень много токсинов в еде токсичной. Да? Вымачиваете фрукты, овощи, зелень, кушайте их каждый день, но обязательно на ночь вымачиваете от пестицидов и химии, потому что фрукты, овощи токсичны, так же, как и все остальное, что вы там едите. Не берите, где есть синтетические концентраты, еду. Посмотрите, вот за пару месяцев у вас все прекрасно будет с печенью, с кожей, никаких прыщей, восстановятся там циклы, если еще какие-то проблемы с желчным. Все, и пожитник поможет, и еда. Про еду вообще надо отдельную тему сделать. Я обожаю, моя любимая сейчас тема. Так, сейчас подождите, вопросы я потеряла. Так, печень. Вы поняли, как смотреть психосоматику? Не заглядывая в интернет, не читая этот бред Брецкий, вы набираете функцию органа. Смотрите эту функцию органа в биологии, как она у нас в организме работает, эта система, либо орган. И спрашивайте себя, а я эту функцию по жизни тоже, получается, не выполняю. И рассуждайте. Не фильтрую. Или у меня очень много, не справляюсь с токсичностью этого мира и токсичной информации. То есть как мы можем еще справиться с токсичной информацией, допустим? Убрать все новости, соцсети, дебильную музыку, слушайте классику, релакс, без слов, потому что она зомбирует. Смотрите красивые, добрые фильмы. Читайте хорошие книги, а не всякую чухню, понимаете? Вы себя просто токсично забиваете, а наш мозг растет вот из этого Г. И психосоматика 50%, 50% еды, вот на печень тоже влияет. Последнее время потерял на инвестициях приличную сумму денег. О чем это может быть с точки зрения энергии? Ну, потеря внимания к себе, любви к себе, долгов к себе. Я уже выше об этом говорила. С появлением хорошей машины возникла неловкость перед родственниками и друзьями. Ну, я поняла, да. Я так и подумала. А сейчас выделяюсь. То есть вы считаете, что ваши родственники
не желают вам добра, а хотят, чтобы вы сдохли бы нахрен со своей машины, так что ли? Если они действительно такие, нахрена вообще они вам нужны? А если они не такие, то они, наоборот, за вас порадуются. Окей, мне родственники завидуют. И чё? Ну и чё? Пускай мотивируются, смотрят на меня и понимают, что так тоже можно, и что и вы смогли, и они смогут. То есть вы должны, наоборот, своим примером, чего вы достигаете в этой жизни, вдохновлять других. А когда мы, блядь, все прибедняемся, все остальные смотрят друг на друга и думают, блин, сейчас мир такой, ни у кого нет денег, я не могу продать свои услуги, потому что они бедные, несчастные и так далее. Потому что все прибедняются. Нахрена? Показывайте, наоборот, это все. Сломала лодыжку вчера, в итоге гипс. Недоумевая, что это и зачем, можете подсказать? Лодыжка. Ну что, давайте в третий раз мастер-класс. Так, скоро мне на массаж нужно будет идти через 20 минут, поэтому я с вами минут 15 побуду еще. Лодыжка. Чтобы вы вот на 10-й раз уразумели, да, как это делать. Лодыжка. Функция в теле, да? Ну, как там можно сказать. Костное образование отростки берцовых костей голени различает латеральную и наружную. Так, сейчас еще посмотрю. Функция лодыжки. Перенос массы тела человека с ноги на стопу. А также амортизация комфортной нагрузки. Давайте рассуждаем. Вы себя перезагрузили, взвалили на себя слишком много, то, что не потянули, то, что вам не надо на себя брать. Вы берете на себя, когда мы берем на себя ответственность за себя, там, за свою жизнь, за свою работу, мы это с легкостью потянем. Просто для нас это ничего не стоит. Но как стоит взять еще ответственность за других там и решать за других. Понятно, маленькие дети, мы несем за них ответственность, а там мы их должны одевать, обувать, кормить. Но это, на этом все. Мы должны им помочь встать на ноги путем механических вот таких действий, которые они самостоятельно не могут там покушать, сходить на горшок, там надо научить их ходить, говорить, делать и так далее. Ну как он будет жить свою жизнь, как он будет думать, как он будет принимать поступки и последствия своих поступков, мы не имеем права туда вмешиваться. Так вот, мы все время вмешиваемся, мы все время пытаемся навязать свои устои, свое мышление, свой опыт, там, тра-та-та, мы этого не должны делать. Вот, когда вы перенапряглись до всех вокруг, кроме себя. Вот проблема с лодыжкой. Карьеру успешную сделала. Полковник госслужбы. Вау, как я хотела быть раньше тетей-милиционером. Работаю до сих пор, но для удовольствия, на удаленке. Сейчас занялась психологией. Спасибо за ответ развернутый. Валентина, можно я посмотрю быстренько, что вы писали до этого? А, про трансплантацию почки. Вот. Запись будет? Да, я поставила на запись. Пьем отвар овса каждый день. Отвар... А зачем отвар? Термическая обработка, к сожалению, минимизирует максимально, если не до нуля, ну, каких-то там пару процентов оставляет полезных веществ. Поэтому заливаем овес, так же, как и пожитник, холодной чистой водой. И прекрасно все питательные вещества в этой водичке будут. Термообработка, ну,
Делает продукт мертвым. Что еще сказать? Это если вы про отвар говорите. Если заливаете, супер. Из овса супер ферментированный квас. Это просто, ну, кладезь полезно. Вообще ферментированные овощи и фрукты очень полезные. И если интересно узнать про много всего, что полезного мы выкидываем, не едим, потому что считаем это, ну, что это не едят, а это едят, и это очень полезно, заменит миллион таблеток, БАДов и так далее, и все это под ногами, и все это доступно, и все это даже бесплатно. Вот. То, что мы просто за еду не считаем, но из этого классные блюда и куча витамин, полезных веществ, восполнение суточных доз, всего, что нам нужно, мы в канале это все рассматриваем. В канале бесплатном рецепты сыроеда называются. Вот. Не обязательно быть сыроедом, можно есть все, что угодно, главное исключить некоторые способы обработки. Вот, все. Дальше кушайте, что хотите. Приглашаю вас везде в соцсетях, у меня есть ссылка. Кто будет на YouTube смотреть, ребят, блин, под видео тоже вам ссылку оставлю. Заходите. Мы там болтаем каждый день, даже о жизни. Очень классный канал. Канал по питанию. Достала, Нелли достал, достало кашель детей. Все трое кашляют коклюшным кашлем. Простите, я ржу. К и Ш, вот эти буквы в каждом слове, получилась такая скороговорка, которую нужно прочитать, это очень сложно. Нелли достала кашель детей. Все трое кашляют коклюшным кашлем. Коклюша, коклюша, уже нет, кашель остался. Это очень сложно. Как с этим быть? Что осознать? Так достаточно, просто уже сил нет. Давайте про кашель почитаем. Горло. Горло функция, во-первых. Функция горла – продвижение пищевого комка из полости рта в пищевод. Проведение воздуха из полости носа и рта в гортань. Давай теперь гортань. Функция. Гортань выполняет три функции. Дыхательную, обеспечивает возможность дыхания и предотвращает попадание пищи в трахею и голосообразующую. За формирование голоса и звука. Так, и кашель. Сейчас просто прочитаем описание. Защитный, безусловно, рефлекс, действующий как часть иммунной системы, представляет собой форсированный выдох через рот. Блин, там не до конца дописано. Википедия, откройся. Сейчас. Кашель – это реакция организма на любое раздражение дыхательных путей, мешающие проходимости воздуха. Так, что тут еще? Защитный рефлекс. Первое. Дети транслируют вам, потому что это все про вас, они просто Микки Маусы. То, что у них там, они просто берут болезни взрослых. Это все для вас. Вот. Мы защищаемся от разговора. Мы не можем высказать, сказать чего-то, проявиться, вдохнуть и выдохнуть этот воздух правильно. То есть вдохнуть и выдохнуть что-то. Высказаться и выдохнуть. Где-то что-то не договариваете. А еще дети. Дети – это ваш интерес. Дети – это ваша детскость, наивность, любознательность и так далее. Вот. Надо сложить эти две вещи, получается. Что вам очень интересно спросить, допустим, да, проявиться. И интересно было бы сказать. Да, а вы этого не делаете. Вот попробуйте в этом направлении еще подумать. Почитайте побольше про кашель. О чем говорят сломанные зубы? Проблемы с поясницей. И поясница – это когда вы груз ответственности за все, вот вообще за все на себя берете. И зубы, да, это самый,
крепкий материал в нашем организме. И когда он разрушается, это значит то, что вы разрушаете себя бесконечной переделкой себя, пытаться быть лучше, чем вы есть, как алмаз, который самый крепкий материал, когда его начинают делать огранку, подпиливать, он становится очень хрупким. То есть пытается сделать из него идеальность, красоту, и он поэтому ломается легко потом. И вы пытаетесь быть настолько хорошей, что взвалили на себя все. Вы хотите быть в глазах других хорошей, чтобы они вас больше любили, потому что, ну, вот эта хорошесть говорит о том, что ни хрена любви так себе не хватает, поэтому ее надо от других получать. Чтобы получать от других, надо прям, ну, проявляться, быть хорошей, прям доброй, всем помогать, в ущерб себе, конечно же, да. И поэтому у нас поясница и зубы, вот в тандеме, раз, все. Бьем себя этим по башке. Обрати внимание, что не надо казаться быть лучше, будь такой, какая ты есть. Не хочешь что-то делать, откажись. Говори людям нет. Не бери на себя чужие проблемы. Не бери на себя обеспечивание, там, допустим, ребенка, которому уже за 20. Пускай сам работает и учится. Мне мама в 16 лет сказала: так, Нелли, вот квартира, живи, я замуж вышла, рядом в дом переехала, вот. Сама 16 лет, оплачивай там как хочешь. Я пошла работать. 16 лет, ну что? Я сменила кучу работ, получила кучу классного опыта и жила, и нормально, где-то что-то не доедала. Ну и пофиг. Дело в том, что голодание очень полезно. Меньше всякой гадости в себя впихнула зато. Так, овощи, фрукты свои, даже кур завели. Отлично. Так. Как помочь организму? Не получается перестать курить, и книжку читала, и Кара в аудио слушала. На 3 дня максимум хватает. Ольга, 3 дня, 4, надо пережить. И у Карена, как Карена, как его, Алан Кар, блин. И у Алана, и у меня в книжке. Первое, надо вывести токсичное... Из крови никотин надо вывести. На это нужно время перетерпеть. Тут никак. 3-4 дня у всех по-разному. У кого-то 5 дней будут ломать. Надо пережить эту ломку. Потом все, если вы понимаете, почему вы курили. Потому что я в своей книжке разобрала максимальное количество шаблонов, которые я копала, которые у себя понимаю, которые на ум там пришли, люди подсказали, кто-то читал книжку, давал обратную связь, еще подкидывал. Но, возможно, у вас есть еще какие-то шаблоны и причины, почему вы курите. Потому что никотин полностью из тела выводится и нету позыва курить. Это уже только в башке остается. Ищите дальше свои. Я какие могла, честно, шаблоны, да, я все их в книжке описала. Ну, больше я не могу выдумать. Если у вас еще что-то есть, почему вы курите, как бы разберитесь, пообщайтесь с тобой, там, зачем я это делаю, как это заменить. Вот. Сигарета — это просто, ну, банально. Вы книжку читали, что я буду говорить. От нихер делать. Заменить пустоту, время, незнание, куда деть свою энергию. Когда стресс, у нас куча энергии. Вот эту энергию надо в свои желания. Сразу идти и рисовать свое желание, допустим, когда стресс. Когда у вас стресс вас колбасит, у вас просто пипец, сколько энергии выделяется в это время. Вы готовы, там, я не знаю, плиту поднять, которую в жизни никогда не поднимали. При стрессе человек делает такие невозможные вещи, у него столько сил. Вы эту силу просто, ну, как бы покурили, слили, чтобы успокоиться. Вы эту силу можете направить, пойти там, не знаю, калаш себе сделать, желание записать, пойти, не знаю, с этой силой отдравить унитаз, навести порядки, чистоту, погулять, пробежаться, сделать такую пробежку, которую не делали, не знаю, суперупражнения какие-то. То есть у вас есть сила просто таких дел наворотить, но мы идем курить. Потому что мы не знаем, чем заняться, да, куда приложить эту силу. Вот, на самом деле нам постоянно дается энергия каждый день на все. Вот, ну, так как мы не умеем ее аккумулировать, нам надо пожрать или покурить, чтобы успокоиться и опять ничего не хотеть. Опять не пытаться думать, куда эту силу направить свою.
Так, ну что я вам еще скажу? За вас, нет, вы не до конца хотите бросить курить. Ну, то есть, как бы нет у вас желания такого, вот прям, чтобы у вас было желание, нету его. Вы хотите курить? Курите. Так, я сейчас быстренько прочитаю. Ребята, мне через 3 минуты надо уходить. Ну и плюс я с вами очень долго. Я буду сейчас постоянно выходить. Мне хочется набрать эту энергию, восстановить себя после депрессии. Как раз-таки причина, которой я просто закрылась на полгода. И поэтому я оставлю, да, вот этот чат наш. Следующий эфир, который выйду. Здесь, откуда закончили, на чем закончили, оттуда я начну. И вы дописываете там дальше свои вопросы. И будем так двигаться с вами. Нормально? Так. Что значит надпочечники? Узнала, что у них бывает усталость. Давайте. Минута есть еще? Надпочечники. Функция. Ну вы что, гуглить не умеете? Ну ладно, спрашивайте. Будет контент у меня хоть. Надпочечники. Надпочечники. Написать даже не могу. Надпочечники, надпочечники. Функция. Это регулятор обмена веществ и адаптация организма человека к стрессовым ситуациям. Понятно? Вы живете в диком стрессе. И не умеете с ним справляться. Нужен психолог. А не лекарства. Что тут еще сказать? Не прибавить, не убавить. Ой, я даже кушать хочу. Блин, ребят, мне еще надо за минуту что-то поесть. Все, целую вас, обнимаю. Тут осталось чуть-чуть вообще какие-то такие вопросики легенькие. Жду обратной связи, с кем согласны, с чем не согласны, чего можно было бы больше раскрыть, что было понятно. Короче, чтобы я вот читала, да, и вышла завтра в эфир и понимала, блин, куда двигаться, в каких направлениях. Если кого-то там что-то обижает, тоже пишите. Надо же тоже себя как-то это исправлять. Очень много людей меня не любят. Вот прям пипец. Ну, то ли потому, что правду говоришь, то ли что. Не согласны со мной. Ну, бывает. Мы любим, когда ты гуглишь и нам рассказываешь. Ну да, конечно. Ну, мы все такие. Чтобы нам водичку принесли из ванны самим, то лень встать попить. Так вот наша энергия уходит никуда. А мы могли бы дойти до крана, налить водички, встать, и нашей энергии стало бы еще больше на следующий шаг. А вот когда за нас все делают, у нас энергии нету. А зачем она нам нужна? Если мы ее отдаем другим, они часть используют, чтобы нам помочь, а часть себе забирают. Ну, то есть как бы вот так примерно. Все, целую, обнимаю. Сейчас главное так выйти, чтобы эфир сохранился, я его могла сюда скинуть. Надо подумать, как это сделать. Настройки. Так, остановить запись. Нажать, нажать чего? А, так, давайте остановить запись.